Накануне в областном центре прошел 4-й этап чемпионата республики по мотокроссу. Можно сказать, что и без этого мотозаезды стали для региона уже традицией. Помимо местных спортсменов, в соревнованиях участвовали гонщики из Астаны, Алматы и Екатеринбурга. Среди юных любителей скорости был кустанаец Дмитрий Турчинский. Мальчику всего 12 лет, но он уже не представляет жизни без своего железного коня. В мотоспорт его привел отец. За несколько лет подросток успел побывать на разных гоночных трассах и показать свое мастерство широкой публике. Ну, меня очень привлекает экстрим, мотоциклы, прыжки, скорость большая. Мне это очень нравится. Каждая дорога отличается от другой. Наша любимая, она для нас родная. Параллельно мотокроссу состоялся открытый кубок города по гонкам на авто. Напомним, что в этом году этот вид спорта стараются возродить. В этом году ралли проходит уже второй раз. До этого автогонки не проводились 25 лет. Рамис Беспаев – гонщик из Кустаная. Можно сказать, что спортсмен уже довольно опытный. Мужчина признается, что очень рад тому, что любителей автогонок среди местных, как оказалось, предостаточно. Подтягиваются новые спортсмены. Начинали с 1-2 машин, сейчас уже в городе Кустанай 5 у нас подготовленных машин. На сегодняшний день приехали у нас ребята с Кокчетава и из Петропавловска приехало 3 машины. Через 2 недели будет проходить чемпионат РК у нас в Кокчетаве, в последующем туда поедем. Потихоньку в Инстаграме создали страницу и начинаем раскачивать. Всего в ралли соревновались 10 автогонщиков, а в мотокроссе 60. Цифры говорят сами за себя. По мнению президента Федерации автомотоспорта Кустанайской области Романа Саркисова, можно смело утверждать, что эти виды гонок пользуются популярностью. Стоит отметить, что самому маленькому гонщику среди мотоциклистов было всего 6 лет, а самому опытному – 63 года. 6-11 лет – это одна группа, 11-15 – это другая группа, 15-21 – это другая группа, и пошло вот так по возрастаниям. Здесь идет как раз рейтинговая борьба именно за титулы, за свои, потому что здесь не коммерческие соревнования, а именно чемпионат РК, повторюсь, потому что важно заработать титул. Сейчас как раз ребята работают как командная борьба, каждый спортсмен везет очки команде и зарабатывают себе титулы. Победители ушли не с пустыми руками. Самых ловких и быстрых ждали не только дипломы и кубки, но еще и денежные призы. В сентябре организаторы планируют пригласить опробовать Кустанайскую трассу лучших автогонщиков из России и всего Казахстана. А сезон мотокросса в этом году можно считать официально закрытым. Валерий Тощев, Алина Альмишева, РТН.